Собаки, врачи, четырехлапые друзья реабилитируют украинских бойцов, которые вернулись с боевых позиций. Специально обученные животные помогают преодолеть психологические травмы. Об уникальном украинско-канадском проекте в следующем сюжете. Напряженный и молчаливый Евгений недавно демобилизовался. Побороть ужасы войны непросто, но сегодня у армейцев впервые особенные терапевты. Ой, царенький, хорошо, еще обнимаю. После таких объятий у Евгения на лице только улыбка. Действительно можно переключиться, отдохнуть, расслабить психику. Собака, в отличие от человека, предавать не умеет. Кинолог Наталья со своим Рики уже год исцеляет военнослужащих. В украинско-канадском проекте «Друг героя» все особенные врачи живут дома у волонтеров. И с ними они ходят в реабилитационные центры. Ця терапія, перш за все, допомагає розкритися тим людям, які замкнені, які не йдуть на контакт, яких є якісь проблеми, які вони не можуть виразити. Чтобы помогать военным, Рики сдавал специальные экзамены. Ведь терапевтом может стать пес только с особенным темпераментом, ласковый и терпеливый. Приходят и говорят, я не понимаю таких собак, я люблю таких бойцовых. Або я не люблю собак, я люблю таких котов, або взагалі не люблю собак. И Рики вот так вот одну секунду відійшов, потом подошел уже на две секунды відійшов. И бачу, уже человек сидит поряд с Рики, уже робить обнимашки и посмехается. Кроме бывших военных, теперь команда волонтеров работает также с переселенцами, детьми, у которых психологические расстройства, и с воспитанниками детских домов. Ольга Родина, Алексей Соливон, специально для телеканала «Донбасс».